еще сплотило, наверное, сильнее. Ну, не то, что там спасибо. Просто, если вы его не знаете, это человек, который очень эмоциональный, очень отвечающий за свои слова и отвечающий за свой коллектив. Да. Он был капитаном корабля, который шел на правильный путь. И нашего лидера, нашего человека убрали. Да. Я считаю, что, в принципе, можно было, потому что не было правил, я читал в интернете, да, то, что нет правил, то, что за жест там или еще за что-то. Его убрали, да, но бились, соответственно, за него, за родных, за детей, за наших, за нашу семью, за всю Россию. И я считаю, то, что народ должен гордиться, и когда сегодня мы приедем в Москву, я думаю, нас должны встретить большая аудитория, и чтобы мы вышли как герои. Потому что на самом деле мы герои. Все играли с травмами, все играли с переломами, с суетами. Конечно, жалко, что Артемов приехал после операции сюда обратно. Как бы Орел не смог приехать, да, но он с нами, он чемпион тоже. И все ребята, которые участвовали, одну смену там сыграл. Ребята, которые были, вот этот человек, который прошел 2 месяца сборов с Олегом Валерьевичем, с Юрчелой. 2 недели сидел здесь, тренировался. Никто ничего не говорил, просто все терпели. И была единая команда. И здесь как капитану мне было приятно находиться в этой атмосфере, потому что, в принципе, первый раз я был капитаном сборной, а при этом Данилева испытывал. Когда Знарок спустился в конце, ты его схватил и начал махать публике, видимо, чтобы его приветствовали, да? Ну там я начал махать за 2 минуты, по-моему, до конца, потому что было понятно, что мы не упустим свою победу, мы не упустим свой шанс. А ты его звал туда? Ну я его не звал, потому что, в принципе, там мы обнимались, соответственно, да, делали все дела, которые нужно было делать, да, праздновать. Но когда вот он спустился, ты вот его обнял и начал махать рукой. Да что вот означало еще вот это? Подзывал как бы. Когда с кубком подъехал. Когда с кубком за Ксенаку подъехал и пытался. Ну я потому что знаю, что для него была мечта быть тренером сборной и выиграть чемпионат мира. И сегодня на самом деле, когда мы выезжали на игру, он зашел в автобус с слезами на глазах. Я первый раз вижу человека, который эмоциональный настоящий мужик приходит, и видно то, что он очень сильно переживал. Просто пришел сюда на глазах и сказал то, что, ну, ребят, давайте не победите. Бейтесь, касайтесь, делайте все возможное. И как я сказал, то, что мы бились за него, за Россию, за наших родных и близких. А все остальное, то, что кто будет что говорить про меня, про Россию, про Кузнецова, то, что он, блядь, нулевый или еще что-то. Все. Давайте последний вот вопрос, отдыхайте. Вот он. Сзади. Кузя, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Кузьма, иди сюда. Кузьма, иди сюда. Молодец. Ну что, он нам там что-то сбавил, да, там я читал? Ты что сбавил-то? Все, скажи людям, которые там что-то говорили. Да я ничего не буду говорить. А что, вот она, медалька-то у тебя на шее. Да. И, как говорится, не е, не е. Вот она, медаль, команде, заслужил. Все, отстаньте от человека, отстаньте от нас. Мы лучшие, и мы первые. Все, давайте последний вопрос, честно. Саня, дайте отдохнуть человеку. Вообще, Зура, как бы играть, у тебя же со здоровьем были проблемы. Сейчас можешь признаться, насколько серьезно все это было? Все нормально. Признаться не буду. Но опять же, все игры, которые я после травмы играл, я играл на... Один раз я играл без укола, соответственно, я почувствовал то, что я себя отлично чувствую, нога не беспокоит. А вчера мы со шведами сделали, соответственно, укол и играли в одном наколеннике. Было чуть-чуть неудобно, потому что он неудобный. Где? Его не надо снимать. Реклама. Да. И потом как бы мы решили, точнее, я решил, что я, в принципе, чувствую себя хорошо.
А сегодня на раскачке я вышел в другом коленнике, сыграл, и Евгений сделал вообще, я считаю, шикарную работу. Делал мне такие уколы, которые я, в принципе, чувствовал, что мне нужно, что не нужно. Последний вопрос.